Местонахождение двух узбекских блогеров, задержанных 8 апреля, до сих пор остается неизвестным. Тулкин Астанов и Рустам Карим пропали 8 апреля после того, как посетили духовное управление мусульман Узбекистана и провели там беседу с Абдул-Азиз Мансуром. В официальном сообщении у МВД города Ташкента говорится о задержании Рустам Карима и Тулкина Астанова по статье 183 «Мелкое хулиганство» и статье 194 «Неподчинение требованиям сотрудников полиции» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Целью визита блогеров в Дом У было обсуждение проблемы посещения учебных заведений девушкам в хиджабе. Ассаламу алейкум. После выхода из духовного управления мусульман Узбекистана, блогеры в прямом эфире в соцсети Facebook рассказали о содержании своей беседы с заместителем председателя Думы Абдул-Азиз Мансуром. По их словам, они попросили Думу не оставаться в стороне от проблемы, которая остро волнует жителей страны, проявить свою исламскую позицию и защитить честь мусульманок и их обязанности на ношение хиджаба. Также они рассказали, что Абдул-Азиз Мансур подарил им книгу «Перевод смысла в Корана», автором которой является сам. На следующий день после визита блогеров Думу на своем сайте сделала публикацию по этому поводу, где в частности говорится, что они неуважительно отнеслись к сотрудникам Думу. Также Рустам Карим, устроив прямую трансляцию в социальной сети Facebook, озвучил оскорбления, порочащие достоинства руководства Думу. Напомним, что Тулкин Астанов в августе прошлого года, наряду с несколькими другими блогерами, выразившими протест по поводу закона, запрещающего посещение девушками учебных заведений в хиджабе, был подвергнут административному аресту на 10 суток. После освобождения ему, как и остальным задержанным блогерам, был наложен запрет на пользование соцсетями. Что касается второго задержанного Рустама Карима, который недавно был возвращен в Узбекистан польскими властями, то он принимал активное участие в освещении судебного процесса по иску Луизы Муминджановой против Комитета по делам религии при правительстве Узбекистана, Духовного управления мусульман Узбекистана, Министерства образования Республики Узбекистана и Исламской академии. Хиджаб хакыда гапырды, и бу нерсэне немеге бу хиджаб хакыда эч нерсе кылмайсызлар. Нима қылды бу өзі? 666-ші.